Так, всем привет! Еду в аэропорт встречать своих друзей с Астаны. Сегодня 5 декабря. Они прилетают. Потом завтра с утра мы все соберемся, выезжаем из Каменногорск покататься на лыжах на Алтайских Альпах. Как запустили флайер Астан, у нас аэропорт так оживился. Парковка вся полная. Раньше ни одной машины не было. А сейчас 9 часов вечера. Как видите, парковка полная. Аэропорт новый, самолеты новые. И люди безумные летят. Друзья мои. Посмотрите, какой у нас новый аэропорт после ремонта. Сюда сейчас прилетают мои друзья безумные. И вот идем их встречать. Пойдемте внутрь. Иди, бро. Это тоже вставь за парку. Алло. Вы где, гуру? Через сколько минут зайдете? Все, заходит. Салам алейкум. Машите. Берема. Сюда идите с нас. Смело. Че, Радри, взял себе? Ну, мощника часа засеваешь. Давай, брат. Всем привет. Чтобы все было. Мы в Семске. Пацаны, приехали. Вот, друзья. Встречайте новые влоги. Это Марлен. Погода, это погода хорошая. Смело. Заехали семей. Теперь едем дальше в Искаман. Че как? Вообще ощущение классное. Сегодня у нас дождик льет, а так вообще идеально. Дальше едем в Искаман. Продолжаем гулять. Ребят, реально будет все классно, будет все идеально. Вот на пару. Вот мы выходим с машины и идем на мост. А зачем? Мы идем видео снимать. Мы идем фотографироваться. Я приехал к брату, в гости. Вы уже себе домой уже какой год, да? Как себе домой? С эмоциями. Второй раз в Семипалатинске. Но уже зимой. Погода шикарная. В Астане нет у нас гор, не хватает. У нас приходится приезжать к друзьям, в гости. Салам алейкум всем. В общем, отдыхаем. Приехали отдыхать. Всем голоден, смотри, встречает. Отдыхать больше не мог. В целом, давайте за активный отдых. Всем хорошего отдыха. Пока. Казахстанские земли. Погода сегодня классная. Че, братуха, ты че упал? Упал. Скорость высокая. Умать, еще раз, не раз не падал. Какой рву? Отлично, okay. Как настроить? Отлично. Потом затянуть, да? Да. Ты лыжи подтянул? Да, у меня снег, кажется, был, из-за этого лыжа падала.
лыжи. Платился? Да, платился. Хорошо. Погода, да, такая прям свежак. Ухляж, как говорит Ерёва. Да. Хорошо. Погода ясная. Рекомендую всем приехать. Из команд. Салам алейкум. Только что катались на фрирайде. Это было незабываемо. Вот. Встать не может быть. Неповторимо. Вообще невозможно. Сейчас пойдем обедать. Кушать, кушать. Блин, классно покатались с утра. Сейчас после обеда еще раз пойдем. Классно покатались. Спал. Как спал, я катался. Фрирайд — это вообще просто неописуемо. Неповторимо, лучше не повторять. Мы были не на тех лыжах просто. Просто без комментариев. Без комментариев. Да пиздец. Халайсна, как покатались? Хорошо покатались, жарче. А что ты не поехал? Да что погода, бля. Снег идет, ЗБ. Нет желания быть мокрым. Неприятно. Я лучше посплю. Наберу сил. Все, давайте дальше спать. Давай, ну ты я удали тогда. А что там у тебя? Все в телефонах, как обычно. Мы закидываем в Инстаграм видео для просмотра. Сейчас на обед пойдем уже. Время. До 4, кстати, обед. А завтрак с утра был, да? Да, тогда с утра. Вот так мы всю ночь вечером в бане пойдем. Спали. Серёга. Без комментариев. Посещайте казахстанские земли. Я говорю, в кроссовках после сапогов. Капец, ногти как будто себя легко чувствуешь. Блин, вообще погода шикарная. Да ты запарил после погоды, говорит. Каковы? Погода, погода. Снег классный, ладно. Снег классный. Снимаешь, да? Да, да, да. Блин, скользко, капец. На улице хорошо, да? Прикинь, шашлыки еще жарят там. Ты видела? А? Шашлыки готовят. Вон наши машины стоят. Покушаем, а? Где? Ну, здесь закажем шашлык потом. Вечером. Можно? Шашлык будешь? Че говоришь, Ерёма? Это шашлык будешь, говорю. Будем. Это Ахмед. Да? Вечером. Хочу сказать вот на видео. Здесь вот наша столовая или кафешка. Сугроб. Сугроб называется. Здесь мы питаемся, кушаем. Здесь мы живем. Вот там шашлык готовят, смотри. Наш домик. Домик такой хороший. Баранина? 20 баранина. Минут будет. Да ну? Да. Через полчаса готово. Да? Ну ладно. Вот, обед надо есть на ужин. Ну. По-любому. Поужинаем тогда с шашлыками. С водочкой. Ну я не знаю, кто с чем. Вечером парня часов полпятого, в пять выходить. Хорошо. Все хорошо. Вот отдыхаем. Не получилось. Скажи, да? Скажи, нету. Не нужно ничего. Всем приятного аппетита. Да, бон аппетит. Че, Ирбов, хватит? Да я на камеру. Сейчас уже нормально, кажется. Вот салмазика, бьем босын деппиз. Давай. Где салах мухта босын депп шыхай? Ирим. А я не пью сегодня. Сейчас ему просто не пью. Просто еще. Можно дать записать? Давай. Давайте, приятно. Катка третья, самая высокая. Вот сейчас будем ее тренироваться на ней.
Он все сказал. А мы пока посидим пиво. А Ерема, вот я Ерема мне говорит... Ерема не хочет кататься. Ерема мне говорит, купи пиво, говорит мне. Я говорю, блин, сейчас будем кататься. Он нет, говорит, буду пить, говорит. Он Ерема уже... Пацаны тоже. Я понял, что может, на вечерний катать? Нет, а вечером он может не запуститься. Вечером можно. 4 часа сколько стоит? 5 тысяч, да? 5 тысяч. А 5 подъемов 3 тысячи, да? Да. Может, 4 часа здесь? Конечно. Буду? В машине? Я? Да. Пойдем, одевай быстрее, поехали. Не порвется. Че как? Нормально, брат? Что? Неужели мы поднялись? На крысиную. Говори. Столько ждали, наверное. Че там, Мирвол? Давай, давай! Давай, да мы здесь подождем. Не фотою. Че, халайстер, пацаны? Ой, народ, бля! Салам алейкум! Отсюда спрыгивай, да? Давай, прыгай! Помашите, машите! А как вас связано? Ну, все, поехали. Че, Ербол? Ты что, упал, что ли? Отлично. Ау? Нормально? Лучше этим, правда? Да. А? Что, не понравилось здесь? Сегодня третий день в Алтайских Альпах. Первые два дня был обильный снег. Нормально не поснимали. Сегодня третий день. Погода нормализовалась. Снег перестал. Свежий, пухлый снег. Вот с Ерболом катаемся. Впереди пацаны. Пацаны, готовы? Едем на нетронутую трассу, да? Да. Ты пиздец улетел? А? Назад, убирайся. Снимай меня, брат! Все, давай. Ебать, Ербол падает там. Ербол, что, первый раз на пухляке? Ты назад упирайся, блин. Вот так, назад, упираться вот так, назад. Да, да, да. Что, перед поднимался? Да, 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 да. Да, да, и... А управляешь, сюда нажимаешь, он лево-право поворачивает. Надо вот так, назад, упираться вот так. Да, на пятки вот так прям, упираться, чтоб перед лыжи чуть приподнялся. А так прикольно, да? Крючка, охуел, да? Чего не снял, сальто делал? Я, кажется, заснял, кажется. Снял, да? Как он сальто сделал, и мне заснял. Горы, ты вообще голову воткнулся, да? Да, 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 смотри, я голову не втыкался, как. Да, ай, блядь. Я с той горы сальто делал, он на ту прыгал. А, не, блядь, не смел, не успел. Ай,
не туда, я налево, налево! Что, хренать? А где алмазик? Вот как я, езжайте, смотри. Как я, катайтесь. Все. Отдых закончился. Все было отлично, на высшем уровне. Теперь посмотрим, хайтек, Юга. Все, собираемся домой. Отлично отдохнули, все понравилось. Рахмет, брат, за встречу. От души, Рахмет, встретил нас. Все, мы едем домой. Откатали свои 3 дня полноценные. Я считаю, что отдых удался. Погода еще. Нам повезло с погодой. Сегодня 0 температура. Ребята, почаще будем собираться теперь каждый год. Продолжать наши традиции. И выезжать отдыхать. Отдыхаем. Убежаем. Что там? Вот и пришел наш день отъезда. В общем, отдохнули классно. Отдельно Рахмет Ахмету, Ирболу. До встречи. До встречи на следующий год. Пока.